Что ты не хотела видеть? Ты даже в темноте закрыла глаза. Я? Давай поговорим. Мама Шахнур, пожалуйста, давай поговорим. Я мать. Я хозяйка. Но и женщина тоже. Я разбираюсь в горестях и в том, что тебя печалит. Девушка, которую любит Саваш, как ее звали? Ясмин. Ясмин. У нее, оказывается, есть ребенок. Она скрывала от всех. Обманула Саваша. Но Саваш узнал. Поэтому он расстался с ней. Из-за ребенка. Сейчас самое время подарить Савашу ребенка. Мужчины Балдаров такие. Они как дикие жеребцы, не признающие удил, отказывающиеся от седла. Нельзя сильно давить и нельзя сильно отпускать поводья. За ними не угонишься. Но нужно дать понять, что ты следуешь за ним. Я же сказала, что я мать, я хозяйка. Но и женщина тоже. Трудно быть женщиной Балдара. Позвони Савашу. Не для того, чтобы допросить, а чтобы спросить, как дела. Если не хочешь закрывать глаза в темноте, звони. Давай. Это новая привычка. Засыпай только на руках. Я хочу, чтобы у моего сыночка была самая лучшая комната. Что скажешь? Купим завтра что-нибудь для него. Ну, что не так? Ну, ладно, пошли. Слушаю, Читек. Ты сказал, что спустишься на ужин, а потом неожиданно ушел. Я забеспокоилась. Ничего плохого не произошло? Нет. А когда ты придешь? Я к тому времени снова приготовлю тебе ужин. Не беспокойся, Чичик, я поел. Я не знаю, когда приеду. Хорошо. Как знаешь. Чичик, спасибо. Ты всегда поддерживаешь меня. Не за что, Саваш.